Знакомство с алфавитом через музыку. В 79-й школе в инклюзивном классе занимаются четверо детей. У каждого из них свой тьютор, то есть самый близкий человек, который неотрывно сопровождает ребенка и на уроках, и на переменах. Екатерина Холодкова – многодетная мама. После 9 лет воспитания собственных детей она решила трудоустроиться. И в центре занятости ей подсказали, что можно оформить соцконтракт и пойти в педагоги. Долго раздумывать не стала. Тем более это школа, работа с детьми. Соответственно, как и положено, медкомиссия проходилась. Также с директором обговаривались, подхожу ли я, не подхожу. Вот. Ну и, в принципе, после этого устроилась сюда, взяли. Помимо зарплаты, Екатерина получила от государства 4 ежемесячных выплаты, каждая по 11 с лишним тысяч рублей. По условиям, она должна работать тьютором не меньше года. И хотя оно уже выполнено, женщина уходить не собирается. В текущий момент наиболее актуален социальный контракт на поиск работы для студентов последних курсов учебных заведений, которые планируют свое трудоустройство после окончания обучения. Для них 4 ежемесячных выплаты по 11 586 рублей – это текущий размер прожиточного минимума трудоспособного населения. Это хорошая прибавка к заработной плате на период испытательного срока. Социальный контракт – довольно востребованная форма государственной поддержки населения. В том числе и поэтому в 2022 году объем предусмотренных на нее средств был увеличен на 32%.